Так, привет, девчонки! Сегодня я хочу выложить маленькое видео и показать наконец-то свою многострадальную Тильду, блондинку с кучерявыми волосами. Сегодня я снимаю совершенно в других условиях, снимаю на балконе. Вот, здесь немножечко холодно, поэтому я не могу снимать длинное видео. К сожалению, бабье лето у нас уже ушло, наверное, на несколько месяцев, а то и почти на год. Так что все небо затянуто серыми тучами, и найти где-то в комнате или на кухне нормальное дневное освещение, ну, почти что невозможно, потому что все какое-то темное, серое и просто промозглое. Тем более очень-очень холодно. Поэтому я сейчас по-быстренькому покажу вам свою куклу, которую я вчера закончила, которая мне безумно нравится, которая вся такая яркая, летняя, веселая, какая-то жизнерадостная. Ну, в общем, она получилась у меня действительно просто потрясающей. Мне она очень сильно нравится. Так, самое первое, на что хочу обратить внимание, это на ее волосы, которые я уже показывала, как я делала. Сейчас я вам приближу и постараюсь немножечко вот так вот. Вот такие вот они. Я с вами делала одну прядочку, тогда вам показывала, а сейчас я сделала, наверное, ой, господи, штук 7 их 8 потом. В общем, получилось волос у меня много, все они такие длинные, красивые, в общем, мне нравится. И, кстати, что я хочу сказать, они у меня получились довольно-таки мягенькие. Просто, когда я делала первую прядь, она у меня, я не знаю, почему-то, может быть, я много средства добавила, может быть, я не знаю, сильно прижала. Она получилась действительно какая-то немножечко жесткая. А вот эти получились у меня вот прям как надо. Их можно расчесать, можно сделать любую прическу. Здесь я решила сделать длинные волосы и просто распущенные. Сейчас я вам покажу, сколько этих волос. Их можно вплоть до... Ну, так мне не нравится, конечно. Вот столько волос вот у нее получилось. Сейчас я ее поставлю. Стоит она благодаря, кстати, своим, по-моему, волосам, наверное, очень даже неплохо. Еще я хочу сказать, что она просто идеально подходит вот к этим моим любимым орхидеям, под которыми, вернее, она стоит. Вот они, мои орхидеи. Так, прошу прощения. Вся она такая летняя, вся она такая жизнерадостная. Вся она такая красивая, и мне она очень нравится, наверное, потому что именно в ней собраны все элементы, которые мне близки. Значит, волосы я, кстати, ее решила зафиксировать вот такой вот заколочкой, но на самом деле это пуговичка. Мне кажется, она подходит, и она немножечко придерживает волосы, чтобы они сильно не расцепались. Вот такая она у меня получилась. Ну что, девчонки, к сожалению, я уже начинаю замерзать, скоро у меня отвалится нос, поэтому я уже сворачиваюсь. Еще раз хочу показать мою Тильдочку, вот такая она у меня получилась, красивая. В дальнейшем я еще планирую шить Тильды и делать такие же волосы. Сейчас я вот так вот немножко поправлю. Ну что, девочки, приходите ко мне еще на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами увидимся еще чуть-чуть попозже, может быть, через неделю, а может быть, чуть-чуть пораньше. Я выложу второй этап своего вышивания. Вышивание моего долгостроя, который называется «За мечтой» от фирмы «Золотые ручки». Ну все, мы с вами еще увидимся. Пока-пока!